Вот, значит, собственно говоря, центр чертовой горы, да, вот чертова гора, и это вот пятипалый трон. Вот пятипалый трон, это центр чертовой горы, значит, такой гигантский биоаккумулятор, способный собирать, улыбнись солнцу, с помощью кроны солнечную энергию, да, на распределительный центр. Это елочка Лагерта, которая дальше распределяется вот по бейсу, вот по этим пяти антеннам, и, собственно говоря, отправляется